CTH Level 3 диплома в сфере туризма и гостиничного менеджмента. Программа управления, направленная на обеспечение фундаментального понимания индустрии туризма и гостеприимства. Завершение этой квалификации дает студенту доступ к курсу CTH Level 4 диплома о программе туризма и гостиничного менеджмента. Этот курс является отличным первым шагом для начинающих студентов индустрии гостеприимства и туризма. Гостиничный бизнес и туризм – это огромные сектора, предлагающие множество возможностей для карьеры. Карьерного роста, охватывающие все, начиная от международных пятизвездочных отелей до авиакомпаний, ресторанов, круизных линий, баров и специализированных курортов. Они предлагают невероятный спектр возможностей для карьерного роста, и эта базовая программа обеспечивает отличное первое знакомство с работой этого обширного сектора. Требования к кандидатам. Студенты должны иметь полное среднее образование и минимальный возраст 16 лет с минимальным уровнем владения английским языком IELTS 5.0 или утвержденным эквивалентом. Студенты, которые не удовлетворяют требованиям английского языка, могут объединить эту программу с квалификацией CTH Level 1 – английский язык для туризма и гостеприимства, чтобы повысить уровень владения английским языком до необходимого уровня. Наши координаты. Телефон. Код 71-237-0433. Код 90-909-0020. Email. info@britisheducation.org.uk. Наш адрес: Узбекистан, город Ташкент, Мирзоулукбекский район, улица Ирригатора, 3. Наш сайт: www.britisheducation.org.uk.